Льготная ипотека. С 2018 года в России действует программа льготного ипотечного кредитования для семей с детьми. В ее рамках государство субсидировало выплату процентной ставки сверх 6%. По общему правилу, льгота при рождении второго ребенка действует в течение 3 лет с даты выдачи кредита. Третьего ребенка в течение 5 лет с указанной даты. Президент предложил скорректировать это правило и 20 февраля предложил распространить льготу на весь срок действия ипотечного кредита. Также Владимир Путин предложил еще одну меру поддержки. Погашение напрямую из федерального бюджета 450 тысяч рублей ипотечного кредита семьи, в которой родилось более 2 детей. Если эта поправка будет одобрена, то закон начнет действовать уже с этого года. Сладкое производство. В конце прошлого года Пермский край заключил контракт с компанией «Милком», который позволяет расширить производство на хладокомбинате «Созвездие». Так, в 2019 году в Перми будет создано одно из крупнейших производств мороженого в России. Мороженое, кстати, предполагают продавать в Китай. А также в «Созвездии» откроется цех по созданию сгущенного молока. Возможность обучения. В краевой организации Всероссийского общества инвалидов заработала автошкола для людей с ограниченными возможностями. Подробную информацию можно получить по телефону 8 342 206 11 12. Болеем за «Соликамск». 21 февраля в Казани Сергей Пономарев проведет бой в рамках первого турнира 12-го сезона чемпионата мира «Бои по правилам ТНА». Противником Сергея стал Роберт Оганесян, чемпион мира по ММА среди профессионалов. Добавим, наш боец проведет уже второй бой на профессиональном ринге. Первый у Сергея Пономарева закончился нокаутом противника. Кинолекторий. 25 февраля в кинотеатре «Русь» пройдет традиционный кинолекторий для пенсионеров. Записаться на встречу можно по телефонам 5 12 42 5 41 28.